Машинист Александр Каверин, спасший пассажиров во время взрыва в метро, решил отдать собранные для него деньги пострадавшей от теракта женщине. Я благодарен, конечно, и считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны. Александр рассказал, что от взрыва в метро пострадала пассажирка, которая сейчас находится в больнице. Ей ампутировали ногу. На данный момент лекарства все есть, ей оказана помощь, но в дальнейшем ей понадобится протез. Я прошу, чтобы вот эти деньги, которые мне, так скажем, предназначались, передали этой женщине. Накануне в Москве Александра Каверина наградили знаком «Почетный работник транспорта России». Машинист вывел состав во время теракта из задымленного тоннеля на станцию, тем самым спас жизни сотен людей.